Ну что, записываем? Давай. Готово? Да. Окей. Hey guys, we back. My name is Yasa, and this is my mom Natalia. We have a direct, hello everyone. We have a direct line with St. Petersburg, Russia, and we got together today to talk about holidays, to bring you some holiday cheer. And I'm gonna ask mom just a couple of questions. First of all, how Russia and St. Petersburg prepares for holidays? What are they doing? And I also heard, well, tell the truth, I know I didn't hear it, I know, but for the sake of this episode, I'll pretend that I just heard that there are two different dates for Christmas. We celebrated here December 25th, as you know, but in Russia it's a different date, so I want to find out why and what is the date. Okay, mom, go ahead, tell us about how you guys preparing for New Year this year. Всем привет! Новогоднее настроение чувствуется в России, в Санкт-Петербурге, во всем. Стоят красивые елки, пока искусственные, в домах, на улице, в общественных местах. Всюду красивые огни. Санта-Клаус у нас называется Дед Мороз, который вместе со своей внучкой Снегурочкой везде у нас украшает елки. Украшения у нас традиционные, очень интересные. Мы не каждый год покупаем новые, а у нас передаются в семье по традиции, из поколения в поколение. На моей елке будут еще игрушки, которые были куплены сразу после Второй мировой войны, еще моими родителями. Вот. А еще я задала вопрос по поводу, как мы празднуем Рождество. Рождество в России празднуется 7 января. Почему? And please tell us about Christmas. How do why do we have two different dates? And what's behind that? What's the backstory of that? Мы празднуем Рождество 7 января. Дело в том, что это как бы еще по старинному календарю, по юлианскому, который был основан на во времена Юлия Цезаря, и так он называется, юлианский. А уже весь мир, и в том числе и Россия, живут по другому календарю, который называется Григорианский, который был основан еще в XVI веке при Григориане III. Ну, это связано с изменениями астрономическими. Есть высокосный год, невысокосный год, накапливается некая разница во времени, но суть в том, что сейчас у нас разница вот 2 недели, и 7 января мы празднуем Рождество. Накануне у нас праздник Сочельник, традиционно готовится специальное кушанье, которое называется сочево. Это каша, ну, чаще всего пшеничная, но может быть и другая, с различными вкусными добавками. Изюм, курага, урюк, все, что есть сушеное, красивое, вкусное, различные марципаны, вот, готовится все, и нельзя есть до первой звезды, до Вифлеемской звезды, идет строгий пост. Ну, а зато потом праздничный рождественский стол, те, кто очень строго следует традиции, на столе должно быть 12 блюд, потому что было сколько апостолов? 12. Ну, я могу много об этом рассказывать, может быть, это в другой раз расскажу еще. Есть интересные традиции гадания. I'm in such a pickle. I will be when I will be translating all of this. I have no idea how to translate half of the terms that you used. Wonderful, thank you. And well, what's the weather there now? I'm sure my friends are wondering. Ну, у нас достаточно теплая, пока еще идет зима. Где-то -3, но лед стоит, и ребята катаются на коньках, на лыжах, на санках. Жизнь идет, несмотря на ковид. Все стараются бодриться, вести здоровый образ жизни и готовиться к Новому году. О, my goodness, -3, Celsius, -3. Woo, stay warm. So, we'll see you, mom. Есть еще минутка? Вы знаете, что в России празднуют Новый год еще один раз? Вот
как говорится, по другому календарю, по юлианскому. Remember that? Yes, tell us about that. We have a second New Year celebration, right? Because Это так и называется Старый Новый год, который раньше отмечался вот по юлианскому календарю в ночь с 13 на 14 января. Ну, все любят еще раз, лишний раз создать себе хорошее настроение, отпраздновать. И это традиционно, обязательно, ну, в большинстве русских семей празднуется так называемый Старый Новый год. И елка не разбирается именно до Старого Нового года обязательно. Она стоит в домах, украшает наш быт, радует нас. Так что у нас впереди много праздников. Настоящий Новый год, Рождество и Старый Новый год. Поздравляю с приближающимся Рождеством, которое у вас 25 декабря. Fantastic. You have two Christmases and two New Years ahead. Okay, thank you so much. Have a good day there and have a good night. Actually, we have 8-hour difference. Thank you very much. I love you. We'll see you again soon. Please like and subscribe. And everyone, have a great holidays. Пока!